Сегодня у нас 31 декабря 2017 года. Вот. Пошли с братьями, приехали в новогоднюю елку на площади Сахарова. Вот сюда каждый год с Божьей помощью приезжаем. И для раздачи Евангелий. Вот брат Игорь Дубунов, он уже вперед ушел. Вот братья другие. Никита Колесников и Сергей, брат Пупков. Верблюд пустынное животное, вон оно стоит в снегах. Ну да. Красавец. А мы уже беседовали с этим мужчиной. Да? Да. Каждый год разговариваем. Каждый год, да. Как дела у вас? Да слава Богу, как видите. Слава Богу. Да. Живые. Это помнишь, ролик был «Горячий разговор»-то? А... Вот он есть. А что это? Народу тут мало. Ну да. Мало тут. Наступающим Рождеством Евангелие возьмите в подарок. Дайте. Наступающим Рождеством возьмите Евангелие. Спасибо большое. Ну да. Как было Рождество Иисуса Христа? Вот 7-го будет встречать, 25-го. По-моему. Нет. Нет, в самом начале вот. Угу. Да, нет, еще читайте. Вот, вот. Угу. Вот, Рождество Иисуса 18 Христа. Было так. По обручению матери его с Марией Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Беременная. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. То есть он подозревал, что она ему изменила. А она дева, дева была. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родишь же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да будет сореченное Господом через пророка, который говорит: все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему на ее, что значит с нами Бог. По тогдашним законам
ее бы, Марию бы побили камнями за то, что она изменила мужу. Вот это вот было слышно. Что? Ну, с Новым годом! Всех благ вам, здоровья, вам всего тоже хорошего. Душевного спасения, до свидания. Там, в первой главе Евангелия от Матфея написано, как было Рождество Иисуса Христа. 18 стиха. Первая глава Евангелия от Матфея, 18 стиха. Ага. Как было Рождество Иисуса Христа. Ладно, хорошо, почитаем. Хорошо. Знаете? Как оно было? А можно дочери? Возьмите, пожалуйста. Возьми, пожалуйста. Я говорю, это ты есть. Да? Да. Сердечное признание. Я вам должен дать. Вы, чтобы вы уверовали в Иисуса Христа. Обождите, вы какой веры? Православной. Где ходите? Какую церковь? Крестовоздвиженскую. А где это? Скажите, зачем вам это, и я вам скажу все, что я знаю. Значит, о себе. Так, вот слушайте. Я хожу на Чимале. Да, на эту самую. Не был ни разу на Чимале. Чимал. Остров Пасма. Горный Алтай? Да. Патмос, да. 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 Ну, я как раз, нет, я на фотографии. Там еще в скале Богородица. А, ты видел, да? Да? Сходи, ты знаешь, какой там воздух, атмосфера. Деньги, говорю, будут хорошо. Свечки туда-сюда. Нам деньги не нужны. Вы возьмите тогда с интернета. Выйдите, посмотрите наши ролики. Вам интересно? Не опасно? Нормально будет. В заблуды не войду? Вы и так не заблудитесь. Еще нигде. Воздух. Заблуды, говорит, не войду. Я говорю, вы и так еще нигде не заблудитесь. Если только вы. Если только. Спасибо. Сегодня в 12 часов Никольская служба будет новогодняя. У нас сайт есть, найдите. Вы еще можете. С Богом. С Рождеством Христовым. Меня это.